Итак, ответ на вопрос от Искандер Кубышкин. А как включить HDRI Backdrop и если его нет, где его взять? А, так, заходим в Unreal. Если у вас нет в Lights HDRI Backdrop, просто нужно зайти в Settings, выбрать Plugins. И здесь активировать built-in, чтобы был поиск по всему списку. И написать HDRI, и вы увидите HDRI Backdrop. Его просто нажимаем Enable. Здесь Unreal скажет, что нужно перезагрузить, чтобы плагин включился. Нажимаем Restart Now. После перезагрузки проверяем HDRI Backdrop. Включен, окей. Теперь заходим в Lights, и он появится здесь. Ну а дальше уже как по уроку, которому я показывал. То есть полноценно там активируем, настраиваем и так далее. И все будет работать. Будет environment, который можно заменить и так далее. Это все. Как видите, все очень просто.